Древний человек сотни тысяч лет жил вместе с мамонтом. А это что за зверь? В эпоху промышленной революции источником энергии были машины. В наше время это клетки, которые меняют все. Охотники ищут бивни. Каждый отчаянно надеется найти белое золото. Кровоточащий мамонт. Всемирно известный молекулярный инженер-генетик Джордж Чёрч задумал воскресить шерстистого мамонта из клеток эпителия. Вот он, мамонт. Это мамонт. Шерстистый мамонт, представьте, бесценная находка. Мир пока несовершенен. Но если сообща трудиться, мы сможем сделать его совершенным. Ну, некоторые вот старики особенно говорили, что типа даже землю копать нельзя. Находить мамонта считалось это очень плохо. Это сложный вопрос. Во всяком случае, коренные народы считают это очень деликатной проблемой. Человеческая натура такая, что надо, больше. В будущем посмотрим, что получится, думает человек.